Подошли мы к железной дороге. Вот. С этой площади. Страна Советов. Это мы сделали большой круг. Прошлись по всем и все. Вот так обходили территорию. Ну, прогулялась я, конечно, вдоволь, хочу сказать. Прошлась, посмотрела. Что-то интересно, что-то впечатлило, озадачило. Что-то вспомнилось. Так что, я думаю, многие тоже вспомнят, что работали там, ходили, жили на этих улицах. Вот. Так что, вот так. Продвигаюсь я, в общем, дальше. Уже скоро будет завершение моего похода крестного. Солнышко ушло, не так жарит. Дорогу ремонтируют, смотрю, уже нацарапали. И без того тут пробок хватает. Ну, еще относительно гладко можно ездить. Такой высокий забор. Прям. Для чего, интересно, такая высота? И вот тоже здесь и машины ездят. И вроде оживленно. Но тут почище, поаккуратнее все так сделано. То есть получается, что на этой стороне 2000-е, а на той стороне территории, где мы проходили недавно, по улице Советов, Страна Советов, там 90-е. Все заброшено так. Печально выглядит. Пыльно. Вот такой вот контраст. Какой дом построили. Он так выглядит, как печенька. Такой цвет у него интересный. Белый с коричневым хорошо сочетается вот со светло-коричневым. Так он празднично выглядит. Интересный дом, хоть и новострой, но приятно на него посмотреть.
обед 150 рублей от 150. Угу. Вот тоже отголоски остались, вот эти вот звенья, туда вставляются флаги. Раньше при праздниках, при коммунистах вставляли туда флаги. А теперь остались одни штоки. Вот так. Столбики прошлого. Угу. Это нормально. Интересная машинка. Такой цвет кислотный. Это наша копейка? А ну-ка, сейчас глянем. Какая старенькая. Это же копейка. И фару уже выбили. Ретро-машинка. Ее бы привести в порядок, поставить под навесик. Прикольная копеечка. Да, ретро. Такой салон. Надо посмотреть поближе.
Что-то я так прошлась, подглянуть. Интересно. Сиденья-то какие еще родные. И приборная доска. Все припылилось. Интересное. Мечта многих в прошлом веке была. Дошла я до исходной точки. Я отсюда и начинала. Вот такой кружочек мы дали сегодня. Это у нас огромный район Россельмаш. Вот так. Завод Россельмаш. Начинали мы свою прогулку. Сейчас покажу вам. Вот от этой женщины, как трудяги трудового класса. Вот. И сюда же и пришли. Так что вот так вот. Ну что ж, ребятки, друзья, ребята, подписчики мои, благодарю вас за просмотр, за поддержку, за лайки, за комментарии. Мне очень приятно. Спасибо большое. И на этом я завершаю свой обзор про Россельмаш. Всем пока-пока. Еще встретимся. Еще погуляем. До новых встреч.